Почти тонну использованных батареек собрали первоуральские общественники и вскоре отправят их на утилизацию. Волонтеры уже вскрыли специальные боксы, куда сознательные граждане выбрасывали опасные отходы. Один из пяти специальных боксов находится на проходной новотрубного завода. Из него изъяли более 100 килограммов использованных батареек. Экологическую акцию провели волонтеры общественного движения «Город первых», созданные по инициативе группы ЧТПЗ. Это уже дворец культуры новотрубного завода. Здесь тоже несколько месяцев назад установили специальный бокс. Волонтеры опустошили еще 3 контейнера во дворце водных видов спорта, инновационном культурном центре и образовательном центре группы ЧТПЗ. Говорят, спасли от загрязнения сотни гектаров земли. Акцию намерены продолжать. Одна батарейка пальчиковая может загрязнить до 20 кубометров почвы и несколько сот литров воды. Ну и, соответственно, навредить не только окружающей среде, но и погубить лесных животных, лесных обитателей.